Здравствуйте, мои подписчики. Меня зовут Илона. Сегодня я сделаю какао с Маселлоу, с Китосом и Имаденсом. Да. Что нам для этого понадобится, Теона? Молоко. Угу. Еще какао, сок и сахар. Да. Если вы любите сладкий какао. Ну, давай начнем. Да. Нет, для начала нам нужно какао, да? Берем какао. Да, аккуратно открываем. Угу. Ложечка вот возле маршмеллоу лежит. Вот ложечка. Угу. У меня тут бабочка ест. Не пойму. Она что, сама мне перетела? Я, если да. Честно, заботилась. Сколько нам? Две ложки надо, да? Да. Угу. У меня руки дрожат просто. Не пойму, почему. У тебя такие красивые веснушки? Да, это татушка. Угу. Я сказала, что это у меня идея. Так, все, какао нам хватит, да? Да. Теперь сахар будешь добавлять? Сахар, да. Немножко добавим. Да, 1 ложка. Угу. Угу. Закрывай сахар, чтобы туда никто не залетел. Молоко у нас какое? Горячее, да? Да. Поэтому нужно быть аккуратнее. Да. Заливаем и размешиваем. Вот так. Еще. Обязательно это делать с родителями, правильно? Да. А то можно обжечься, да, и что-нибудь на себя уронить. Да. А теперь что дальше? Добавляем маршмеллоу, да? Да. Извините, а тут немножко намусорила. Ничего страшного, да? Да. Но слава много и немного. Кто как любит. Да. Угу. Вот так вот. А ну пробуйте, Теона. Нет, я еще... А, выходит шоколадный ММДМС. Угу. Опять размешиваем. И можно пробовать. Ну, оцените. Вкусно? Угу. Рекомендуете делать такое какао? Да. Ну. Всем ставьте лайки и всем пока-пока!